В связи с событиями в стране в этом году среди номинаций конкурса появилась новая награда за благородный пример служения украинскому народу. Ее получили 4 военнослужащих, которые работают в высших учебных заведениях Харькова. Среди них начальник кафедры специальной физической подготовки Университета внутренних дел Александр Маргунов. Этот вуз меня воспитал и дал мне возможность раскрыть тот потенциал, который я смог раскрыть только в этом вузе, работая, занимаясь любимым делом, воспитывая курсантов, давая им те навыки, которые обладаю сам, делясь опытом. Впереди у нас очень много больших достижений, свершений, побед и наград. В областном конкурсе «Высшая школа Харьковщины. Лучшие имена» принимали участие научно-педагогические сотрудники вузов. Ректор университета имени Каразина Виль Бакиров отметил, что нынешний год был нелегким и для сферы образования, но Харьков сумел показать достойный результат. За всем этим стоят люди, за каждым здобутком, за каждым новым открытием, за каждой новой лекцией, курсом, диссертацией стоят люди, которые не шкодуют ни часу, ни здоровья, ни сил, чтобы наша высшая школа поднималась на вище в ее развитку, открывала новые горизонты своей работы. Вице-губернатор Юлия Светличная отметила, что в этом году на Харьковщине был создан консорциум. Это предусматривает новые возможности и развитие учебных заведений. Участвование в различных международных грантах – это только начало нашей совместной работы. Высшая школа должна идти впереди всех процессов. Она должна моделировать и предлагать модели обществу. От вас зависит качество образования и подготовки кадров, которые будут руководить государством. Ксения Ручка, Евгений Карпенко, медиагруппа «Объектив».